В центре Москвы произошел пожар. Горела гостиница, находящаяся в высотном здании. 6 человек погибли. Среди них 4 взрослых и 2 детей. Еще 9 человек пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Возгорание произошло на 5-м этаже 16-этажного здания. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Из огня были спасены 50 человек. Сейчас пожар полностью ликвидирован. Специалистам предстоит выяснить причины. В том числе выясняют специалисты, назначена прокурорская проверка.